Скажи прощай, Lamborghini. Автомобили класса люкс могут уйти с российского рынка. Это связано с отказом нашего правительства отменить систему безопасности Aeroglonass. Ее требования кажутся импортерам слишком затратными. Для сертификации автомобилей требуется провести по 2 краш-теста для каждой модели. А это, учитывая среднюю стоимость элитных авто в десятки миллионов рублей, приведет к значительному повышению розничной цены или сокращению прибыли импортеров. С лета прошлого года Ассоциация европейского бизнеса вместе с Volkswagen Group пытались отменить требования безопасности для автомобилей, ввозимых в Россию маленькими партиями. Но Минпромторг на попятную не пошел. Ведомстве опасаются, что уступки импортерам могут увеличить уровень смертности на дорогах. Ну и вот как заранее знавший про эту новость журнал Forbes как раз публикует необычный рейтинг. В него вошло все, на чем ездят, летают и плавают самые богатые люди России. Кроме самолетов Дмитрия Рыболовлева и Романа Абрамовича, к этому мы уже привыкли, есть куда более экзотические средства передвижения. Ну вот, например, вот это Mercedes-Benz S600 Сулеймана Керимова. Самое любопытное. До 2013 года сенатор от Республики Дагестан катался на Bugatti Veyron Grand Sport, самом быстром и самом дорогом автомобиле в мире. Серийная версия стоит 2,5 миллиона долларов. Ну, в декларациях за последние годы у Керимова значится только вот этот классический немецкий автомобиль. А вот это Talbot 95 Елены Батуриной. Вот такие автомобили середины 30-х годов прошлого века на аукционах продаются сейчас по цене от 22 тысяч до 280 тысяч долларов. Батурина, кстати, не только коллекционирует старинные автомобили, но и вместе с мужем Юрием Лужковым участвует в исторических ралли. А вот этот Mercedes 500K почти за 1,5 миллиона долларов принадлежит Виктору Харитонину. Довоенный автомобиль глава холдинга «Фармстандарт» купил у владельца «Формулы-1» Берни Эклстона. Идем дальше. Депутат Госдумы Михаил Слепенчук предпочитает гонять на вездеходе «Викинг ГАЗ-59037А». Вот это чудо техники. Когда он посещает Бурятию, от которой избирался, что пользуется джипом «Хаммер», вертолетом или вездеходом. Ну, а вот этот вот «Викинг» использует для передвижения в самые отдаленные уголки Бурятии, куда на обычном транспорте не добраться. А вот Олег Тиньков профессионально занимается велоспортом. И вот его двухколесный друг. Стоит он больше 2000 евро. Но это в базовой, опять же, комплектации. А вот на той модели, на которой Тиньков катается, она стоит уже около 10 тысяч. Евро. Тиньков гоняет на нем на соревнованиях вместе со своей велокомандой. Ну и, наконец, любимый транспорт владельца группы компании ESN Григория Березкина – доска для виндсерфинга JP Australia. Бизнесмен уже много лет покоряет волну, и таких вот досок у него больше двух десятков разного размера и для разной погоды. Без паруса вот одна такая доска стоит около 1500 евро. Что делать тем, кто все-таки не готов променять свой любимый Lamborghini или там Bugatti на велосипед, ролики или довоенный какой-нибудь раритет? Обсудим все-таки возможный уход премиальных марок из России с автомобильным экспертом Андреем Леонтьевым. Андрей, я вас приветствую. Ну, скажите, неужели действительно могут они уйти и не вернуться, и так ни о чем не договориться? Ну, я не думаю, что, во-первых, многие будут по этому поводу страдать. Вот, мы говорим же все-таки еще и об официальном ввозе автомобилей, никто не запрещает платить, так сказать, несметные таможенные пошлины, ввозить эти автомобили разово, как частное лицо, да, вот, это первое. Второе, ну, давайте разбираться вообще с Aeroglonass. На самом деле вещь это объективно правильная, объективно нужная. И вот на самом деле для многих это будет откровение, но вот, наверное, впервые Россия с введением вот этих систем пошла впереди планеты всей в области автомобильной безопасности. Вот мы пока не научились делать по-настоящему, положа руку на сердце, безопасные автомобили на уровне ведущих мировых компаний. Вот, но при всем при этом... Система Aeroglonass – это первая система, которая ставится на автомобили серийно и вне, так сказать, возможности. Если водитель, скажем, да, потерял сознание во время аварии, и он не в состоянии подать сигнал бедствия, машина подает сигнал бедствия самостоятельно. Вот, собственно, в чем принцип действия ее, да, в чем ее суть содержания.
Кроме того, водитель при помощи нажатия кнопки SOS, если он в сознании, может сам вызвать службу помощи, объяснить Андрей, ситуацию. Андрей, да, мы же даже сейчас вот не оспариваем, да, там нужность, ненужность, полезность, бесполезность, да, Эры, ГЛОНАСС. А мы говорим о том, что может быть все-таки гибче подходить к разным производителям. Да, дело в том, что Приору, да, тестировать на краш-тестах, бить с этим ГЛОНАССом, а другое дело все-таки Ламборгини. Смотрите, во-первых, мы не первые, кто сделал такую систему, мы первые, кто ее ввел как обязательно. Но такие системы, например, ваш покорный слуга еще в 2000 году в Гетеборге пробовал такую систему на автомобилях Volvo, да? Вот. И почему на самом деле не возникает вопрос о возможности интеграции их систем с нашим ГЛОНАССом, вот некого микса такого, непонятно. Ведь в конце концов при ударе срабатывают датчики. Почему их датчики не могут использоваться для наших систем? А ведь подобные, так сказать, конструкции, подобные системы безопасности предлагают и General Motors, и Volvo, и GM, скажем, Citroën, Peugeot. Да? То есть, ну, достаточно компаний, которые уже предлагают за дополнительную плату подобные устройства, и эти устройства прошли все необходимые краш-тесты. Ну а почему? Или мы считаем, что их методика... Где коса на камень-то нашла? Это мы не хотим на уступки идти, или они недоговороспособные стали? Мне кажется, что здесь вопрос компромисса, который до сих пор не найден. Потому что, ну, понятное дело, что мы заинтересованы крайне нагрузить их, тех ребят, дополнительными расходами по сертификации, пополнить, так сказать, бюджеты наших организаций, которые занимаются сертификацией. Это очевидно совершенно. С другой стороны, нужно понимать, что краш-тест – это, в общем, вещь, на самом деле, в современном мире довольно условная. Ведь если... На пике аналоговой эры борьбы за безопасность компании проводили сотни, а иногда и больше тысячи краш-тестов реальных автомобилей, то сейчас, ну если мы возьмем, например, новую платформу Jaguar Land Rover, то больше 10 тысяч краш-тестов были проведены виртуально. Да в том-то и дело, что и не надо бить-то вот эти драгоценные машины, о чем они говорят. Андрей, спасибо вам большое. Ну, я еще только отмечу, что рынок вот как раз люксовых автомобилей в России, как-то не парадоксально, он растет, ведь несмотря на то, что весь остальной авторынок падает. Поэтому вот тем ребятам терять-то наш рынок вроде как тоже неинтересно. По скайпу с нами на прямой связи был автомобильный эксперт Андрей Леонтьев.